Опытные машинисты-инструкторы эксплуатационных локомотивных депо собрались в центре столицы для внесения изменений в действующую инструкцию по эксплуатации тормозов подвижного состава АО НК «Хасан Теміржолы». В работе принимают участие инструктора из Караганды, Жамбыла, Балхаша, Кандагаша, Алматы, Шу и Астаны. Также к этой работе привлечены представители частного перевозчика. Работа, она довольно объемная. Наша инструкция на 200 страниц. Она представляет, имеет 22 главы. И вот эти все 22 главы мы сегодня структурируем, перерабатываем. И с учетом того, что там у нас еще везде написано «Акционерное общество Казахстан Теміржолы», то есть это одновременно актуализация, та, которая нужна по документам. У нас же на сегодняшний день по компании идет в целом актуализация документов. И вот дошла очередь до такой жизненно важной необходимой инструкции, как управление тормозами. Это же и тормоза, это основа безопасности на железнодорожном транспорте. Поэтому вот такую работу мы организовали. Отметим, документ впервые был принят в 1997 году, затем пересмотрен в 2015. Это один из главных документов железной дороги, направленный на обеспечение безопасности движения поездов, своевременную и безаварийную доставку грузов и пассажиров ЖД-транспортом, укрепление трудовой и технологической дисциплины. В нем закреплен алгоритм эксплуатации и обслуживания тормозного оборудования.